Всем привет, добро пожаловать на канал Plate Home. Мы с вами продолжаем прохождение волшебных моторов. И как планировали, сейчас отправляемся на другую территорию, куда-нибудь за древесиной, и будем заниматься уже исследованиями и новыми технологиями. Значит, куда мы будем отправляться? А пока неизвестно, поэтому просто берем, делаем подъем. Техника у нас загружается, все перезагружается. Единственное, что надо посмотреть по поводу еды. Я смотрю, у нас 7,5, не успеваем походу, да? Здесь у нас это работает следующим образом. Значит, отсюда у нас выходит одна вагонетка, загоняется сюда, одна к шести она перерабатывается. И здесь у нас получается на выходе идет 18, то есть 1 к 18 по итогу, да, выходит. Давай мы этот процесс ускорим, у нас там есть, хватит дерева? А, вообще не хватает древесины, ты серьезно? А в карманах у нас, да и в карманах у нас пусто. Слушайте, ну, тогда ничего не остается, кроме как дождаться, наверное, действительно уже полета, отправки какой-то, и там подсобираем древесину. Также надо увеличить объемы флакса. У нас сейчас 17 единиц добывается. Мы поставим вот сюда, сюда и сюда еще 3 домика. Также их законнектим с помощью еды. Угу. И будем дальше это все дело развивать. И потом уже пойдем в технологию. Единственное, может быть, также нам потребуется еще ускорить процесс производства древесины. Но это чуть позже. А полетим мы за деревом куда? А прямо-таки... О, здесь у нас еще Acid Shards. Нет, ну мы сначала сюда полетим. Сразу отправляем... А, стоп. Я хотел посмотреть, там хватит ли там сейчас для инструмента. А, вообще не хватает. Ни капельки нету, да? Ну, будем просто, значит, сейчас блуждать, смотреть, где есть источники. По поводу замесов. У нас 100 хп есть. К сожалению, боюсь, ну, полноценный источник мы на... О, прямо около дома, ты посмотри. Теоретически мы можем, знаете, как сделать сейчас? Мы можем, раз это около дома, собрать несколько вот этих кусочков. Вот эти. Раз, два, три, четыре, получается 5 штук. Вот, и из них сделать полностью после переработки себе ремкомплекты. Хотя, с другой стороны, а что париться, если мы около дома? Ну, потратим 100 флакса там после смерти, да и ладно. Ну, ладно, будем экспериментировать, проверим. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Хотя сопротивление здесь даже не такое уж и сильное. Какие-то две мухи появились на первой волне. А всех остальных давай добьем. О, здесь уже кто-то посерьезнее появился, товарищ. Будем к нему потихоньку сближаться. А потом ему бац, бац, бац. Троечка с правой. Чего отъехал, все. Древесину собрали, посмотрим, что у нас тут еще есть. Где-то этого вкусного есть. Ах, смотрите, у нас здесь еще один источник древесины есть. Слушай, ну нам прям фартануло, да. Недаром было написано, что здесь очень много древесины. Ну как очень? Три шкалы, три деления, да. В принципе, это очень даже неплохо. У нас здесь муха. Муха-цокотуха отъехала. Жуки туда же отъезжают к херам. Не. Вторую волну, хотя, ну, у нас там на донышке еще осталось хп почти что. Можно, конечно, попробовать выехать. Главное, что с спины никого не было. Появился. Ой, да еще и здоровяк. Нет. Это смерть. Ну, да, блин. Стоп флакса. Ладно, сейчас я быстренько тут бегу. Хотя, стоп. Я, наверное, сейчас также еще быстренько это все дело изгружу, чтобы мы могли начать производить. И на этом количестве жизни добежим сейчас до туда, заберем ресурс. Вернемся, начнем это все дело производить и заживем кудряво. Но параллельно нам надо еще будет также думать по поводу топлива. То, что мы с вами путешествуем, это, конечно, здорово и замечательно, но единицы для пополнения нам надо будет, конечно, сами как-то восстанавливать. Так, забираем, что у нас здесь есть. Это какой-то кусок древесины. Здесь еще единица есть. В принципе, почти что 50 точек, ой, точнее, 50 штук мы с вами собрали. Очень и очень неплохо. Давай, удиви меня, скажи, что здесь еще есть древесина. Я буду прямо вообще самым счастливым сейчас. И нет, походу здесь не будет. На карте не засвечивается. Обычно, если что-то есть, там белый такой пятачок угорает. Да, у меня тут походу сейчас и хп еще сгорит с такими темпами. Главное, чтобы волны не было жесткой какой-нибудь. Потому что тут есть несколько волн. Они тут у нас идут маленькие волны, средние волны. И... О, древесина. И экстремальные волны. Они могут идти со всех сторон, нападать, агрессировать. И монстры разного уровня, по разной по силе. Поэтому... Да, придется попотеть. Ну-ка. С какой стороны появится? Ага, мухи. Ну, можно попробовать через отход назад пробить их. Даже не подошли. То есть первую волну мы нормально выдержали. Если сейчас будет РДД какой-нибудь. Да, будет, вот он и он. Надо идти просто к нему на сближение. А потом с кулака. Оба. Отъехал. И спокойно забираем. Все, надо возвращаться домой. О боже, там еще один источник, ты посмотри.
Не, ну, это прямо рай. Это прямо реально какой-то деревянный рай. Попробуем остатки эти собрать по возможности. Потом сейчас сюда себя вернемся еще. О, готовы. Не на того нарвался, друг. О, не на того. Жил бы там какой-нибудь свой нарез спокойно бы и не парился. Так, туда я пока точно не пойду, не буду засвечиваться. Надо вернуться домой. Блин, походу мне сейчас процесс-то ускорит возвращение. Да, я вернулся быстрее домой, чем планировал. Ты смотри. Но все равно 96 единиц мы нафармили. Очень неплохо. Очень неплохо. Но древесина у нас обрабатывается очень медленно. Предлагаю тогда взять сразу еще одну... вот мастерскую. Мы ее поставим, допустим, где-нибудь вот здесь. И прям как-нибудь вот так вот. Почему бы и нет. Дальше берем рельсы. Отсюда мы рельсину выводим вот сюда. И отсюда мы рельсину выводим в общак вот сюда. Древесина пошла. Блин, чувак тебя сейчас заживет. Нет, блин. Он какой-то странный. Еще, главное, полицейский мимо такой проходит. Никак на это не отреагировал. Ну ладно. Так, что у нас там суммарно сейчас по рельсам? 14 штук. Теоретически может хватить еще на один дом. Но я, наверное, все-таки сделаю по-другому немножечко, я все-таки, да. Блин, хочется сразу и то, начинаешь думать об одном, понимаешь, что надо думать о втором. И, короче, тут эта вечная гонка с ресурсами. Надо автоматизацию завозить, надо прям такую нормальную автоматизацию, чтобы уже и ресы фармили сами, и кто-то там нас оборонял, защищал. Ну, куда же вы идете, а? Ну, вот зачем вам это? Сидели бы там в своей норе бы дальше и не петюкали. А, волна пошла, ты посмотри. А у нас тут есть ли поблизости ресурс хороший намутить? Ну, я предлагаю на самом деле тогда эту точку и эту карту до конца прямо заюзать, чтобы найти здесь абсолютно все исходники до тех пор, пока, может быть, не появится у нас экстремальная волна. Ну, а раз они спойдут сверху, тогда надо будет также подготавливаться. Где у нас башни? Башни у нас вот здесь идут. Значит, первую мы ставим вот сюда. Раз у нас получается здесь будет идти забор, да? Вторая у нас идет вот сюда. Влезет еще одна где-нибудь здесь бы ее поставить, было вообще шикарно. Ну, их, наверное, даже можно как-то ближе сделать, наверное. Хотя не, вот так мы ее поставим, как раз через два блока. Здесь еще и здесь влезет, если что. Во. Правильно? Правильно. Вот сюда, да, тебя ставим. Вот так вот. В идеале вот здесь еще одну бы поставить. А что в идеале? Мы ее и поставим, все-таки древесина упадет. А, так, что у нас на нападение? Медиум. Медиум нападения. Дерево есть тут? Ну, было бы слишком наивно, да? А, стоп, подождите. Чтобы нам никто тут ничего не ломал. Блин, забыл. Нам же надо здесь еще забор поставить, хоть какой-нибудь. Иначе они могут здесь у нас пройти все, и это неплохо так поломать. Так что башни мы хотя бы чуть-чуть, но вот так вот закроем. Хотя бы хоть с одной стороны, да. И вот так вот. Где там? А, стоп. Они не через кухню пошли, они пошли по правой стороне. А у нас здесь только одна башня. Но мы тогда сейчас будем подводить под общую атаку вот сюда. Сюда ходите. Давай. Не стесняемся, заходим, да. И все ресурсы нам тоже сюда отгружаем. Так, это у нас готово. А, тут здоровячок идет уже, да? Решил сюда тоже наведаться. Прямо там сейчас ты откиснешь, смотри. Слушайте, да, конечно, они... Ну вот, манцование, конечно, надо добавлять 100%. Ох, у нас тут поджог уже пошел. А эти ходят, ты смотри, он в противогазе, он вообще ничего не боится. Классный чел. Прям бесстрашный, бессмертный. Что у нас там по ресурсам? Надо посмотреть, может быть, хватит нам сейчас на лабораторию. Я бы начал потихонечку что-нибудь изучать уже. А, слушайте, да, я хотел еще еду поставить. Черт, блин, вот реально как-то у меня вылетело с башки это. Так, еда. Еда у нас где-то была вот здесь, да? Potato Farm. Мы ее поставим туда вот сюда. Прямо впритык пока что. Сделаем расслоение. Отсюда до центра. Точнее, не до центра, а вот сюда. Ты идешь, да? Чтобы ровненько смотрелось. Хотя... Так, сейчас кое-что переделаю. Я хочу вот это удалить. И вот это удалить. Да? Здесь у нас прямо в центр она идет. И сюда мы тебя выводим. Так, стоп, не так. Мы тебя выводим вот отсюда и вот сюда, в центр. И ты аналогично вот так вот. Здесь вот сюда. Во, просто идеальненько все мы тут с вами это все расставили. Пум-пум-пум. А что мы делаем дальше-то? Ресурсов-то у нас там уже... А, 38 досок. Слушай, ну раз 38, тогда... Тогда ставим дома, да. И будем ставить лаборатории потом. Так, дом, вверх дом, который. Мы тебя разворачиваем сюда. Раз, два. Влезет туда еще один?
шикарно третий в лес. Нам нужно сюда подогнать еще тогда одну дорогу по доставке ресурсов, продуктов точнее. Выводим ее вот сюда пока что, да. Здесь то же самое и аналогично вот тут. Сейчас еда будет вся распределяться. Пока пополняются все остальные запасы. Так, запасы. Да, у нас их там не особо много. Поэтому выдвигаемся на поиски новой древесины, которая нам позволит уже что-то дальше построить. И что-то большее, что-то интересное. Вот здесь что-то было бы прямо около носа, а? Хотя, знаете, теоретически вот с этой стороны, сейчас покажу, добью этого гада. Вот здесь где-нибудь, по-любому должно что-то быть. Раз, три деления. Скорее всего, древесина должна быть в достойных количествах и прямо недалеко от нашего приземления. Правильно? Ну, правильно, по идее. Хотя это рандом, тут хрен просышь как-то работает. Но попробуем поискать сейчас. Тем более у нас 7 комплектов есть, мы вооружены и очень опасны. С этих товарищей тоже всякую каку забираем. Так, это что там было? Ну, какая-то там кровь тоже пригодится. Для опытов или чего-то такого. О! У нас... Так, на заке лица. Во, у нас как раз таки открылись, да, лаборатории. Это раз. Во-вторых, у нас город стал еще больше. Так, единственное, что у нас только не больше. Так, еда у нас 2,8. Так, что у нас там? Флукс 23,5. Надо сейчас увеличить этот объем будет, конечно. А мне хватит сейчас для постройки, нет? Да, древесина нужна. Блин, нужна еще кусочек до дерева. Где же его найти-то, а? Тупо нету. Тупо вообще нет. Я думал с этой стороны посмотреть. Там-то мы где с вами копались, по-любому, наверное, что-то можно еще будет найти. Ну, вот... А, во, аллилуйя. Шикарно. Это давайте сразу будем разматывать, не давая ему подходить. Если он там и выстрелит, хотя бы только один раз, да. И не больше. Сразу закидываюсь. О, готово. Этому просто в хавло и досыдули. Главное, что здоровяка нету. Да не попасть, главное в тени вроде стреляю. Во. Что-то у нас еще интересненького есть. Ну пока пособираем. Да, походу и все, ладно, пойдем в другую сторону. А, вот здесь что у нас засветилось, вижу. Вижу, какая-то писюлечка на карте прямо есть. Сейчас мы посмотрим, получается где? Вот здесь, да? Во, шикарно, просто шикардосно. Еще плюс больше дерева будет у нас. Готово, отъехало. Сразу захилимся. Наверняка. По-моему, вот эти мухи стали чуть больше размерами. Да? Или мне кажется? Скорее всего, кажется, да. Скорее всего, реально, это глюки уже. Да хватит меня тут надолбливать, а? У нас там, походу, еще есть один источник, смотри, а? Все, это готов? Сейчас проверим. Ну... По-моему... А, нет, это просто остатки с этой стороны так у нас засветились. Ладно, я понял. Ну, тоже неплохо все равно. Высокая волна нападения сейчас будет, да? Надо тогда шуршать в сторону базы. Заодно и построимся и переработаем все ресурсы. Правильно. Правда, не совсем так уж дофигища мы их нашли, но все равно неплохо. Забирайте это. Раз, два, три. 100 единиц. Очень неплохо. Реально очень-очень неплохо. А что у нас здесь по защите с этой стороны? У нас, по-моему, здесь... А, вообще ни одной башни нету, да? Тогда нам надо ее будет себя поставить. Без защиты оставаться это будет опрометчиво. Вопрос только интересный, с какой стороны они пойдут. Если они пойдут вот так же, как и те, то мы можем их вывести под общий огонь сюда. Если они пойдут с верхушки, то у нас здесь защита... Ну, кот наплакал. Давайте, наверное, все-таки, да, лучше сюда еще дополнительную точку одну поставлю. Пускай будет здесь. И на другую нам больше не хватает. Но сейчас древесина уже пошла в обработку. Поэтому, наверное, можно будет поставить еще одну куда-нибудь вот сюда. Прямо плотничком так. А остальное мы попробуем вот здесь сейчас закрыть забором. Вот столечко. А, еще даже одна влезла. Во, шикарно. И будем копить. Так, а что не хватает? Что здесь случилось у тебя? Картошка. Ну ты поливаешь. Еда пошла. Что не так, я не понял. А, подожди, может у тебя здесь вывода нету?
Во, вывода нету, да, не подключил его. Так, 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 слышу. На ваше нападение. Забор сломали, ты посмотри, а. Блин, я в какой-то херне застрял. Главное, башню не сломали бы нам. Все остальное пофигу. Вроде здесь башни-то и не было, да? Угу. Еще одно нападение, опять же таки отсюда. Ну, будем уже сами помогать, естественно. Не, он пытается их здесь расхерачить. Да не, не, они не пробьют, нереально. Для них это пока что просто жалкие потуги. Где у нас еще одна башня, мы ее ставим вот сюда. И сразу закроем ворота. Стенки-то ладно, это не проблема, восстановить можно все. Главное башни, да, башни наши все. Здесь у нас закрыто, а у нас, по-моему, здесь кусочек еще, да? А, его здесь не соединить. Ну и ладно. А мы пробуем смотреть. Так, что у нас там мы хотели посмотреть-то? Мы хотели лабораторию поставить, да? Так, она у нас, на нее хватает ресурсов, отлично. Но нам сначала потребуется, чтобы она заработала волшебные там ведра с какой-то фигней. Не помню, как она называется. Так, она у нас находится вот здесь. Тар-экстрактор, вот он так у нас называется. Мы ее можем поставить, допустим, где-нибудь. Ну вот здесь, почему бы и нет. И получается, следующее после нее у нас пойдет уже именно... О, у нас экстремальная волна. Ну-ка, давайте мы делаем подъем отсюда, ну его нахрен. Мы пока поставим вот эту лабораторию. Значит, она у нас будет находиться где-нибудь, допустим, вот здесь. Так. Сейчас, нет, знаете, как мы сделаем? Мы сделаем эту штуку, сейчас уберу, вот сюда. А вот эту хрень мы поставим наоборот, вот сюда где-нибудь. Пока что. Потом мы это возвращаем вот сюда. Дальше нам требуется линия. Мы выпитываем ее вот сюда. А отсюда у нас идешь вот сюда. Правильно? А, подожди, стоп, здесь требуется экстрактор еще. 6 ведер. А, подожди, стоп. Стоп, не понял, почему у нас не законнектилась она. Подожди, стоп. Ну все правильно, ведра должны производиться, а она должна забирать. А, ну хорошо, ладно, раз это так не работает, я просто думал, может быть, попробовать какой-то альтернативный ход. Тогда мы... А, ну мы отлетаем уже. На другой земле тогда сейчас сделаю. Надо, получается, тогда, чтобы именно с флаксом это все дело отправлялось уже с базы. О боже, здесь у нас материалов и новые земли, но нам пока не до этого. Давайте, наверное, попробуем вот сюда полететь, в десерт, камни и дерево. Сейчас сразу с этим на старте разберемся. Значит, эту штуку тогда я... Так, мы ее, наверное, хотя... Вот эту штуку я сейчас, наоборот, подвину ближе. Вот так вот ее сделаю, да? Они работают в паре. Значит, ты у нас забираешь... Ты у нас, точнее, производишь вот так вот и вот так. Нет, стоп, вот сюда. И вот так вот, и вот сюда. Ты производишь эти волшебные ведра, а отсюда у нас, получается, волшебные ведра идут сюда вместе с флаксом. Правильно? Правильно. А отсюда у нас волшебные ведра идут уже обратно куда? А пока никуда, потому что мы ничего не изобретаем еще. А мы поставим на изобретение чего? Воркшоп, кстати, либо можно процессинг флюкса производства. Ну, давайте его выберем. Почему бы и нет? Во. Пошло производство? Пошло. 1:15. Во, теперь заработало. Шикардос. Просто шикардосно. Правда, нас флюкс немножко упал, но ничего страшного. Это мы будем еще наверстывать. Что касается следующих изучений и куда мы пойдем. Вообще, нам было бы неплохо. О, кстати, по древесине. Ну, что-то наподобие нового какого-то рецепта крафта. А вот здесь у нас еще будет... Ну, будет производство, да, увеличиваться. Хорошо, крафтинг рецепты, но это мы пока оставим. Подожди, стоп, я единственное не досмотрел. Это по поводу, так, это камни. Вот у нас идет броня. Но требуется синяя древесина. Надо будет ее изучить тоже, да. Кулак можно будет поставить новый, с шипами. Тоже требуется синяя древесина. А где пуха, хоть какая-нибудь, хоть... А, вот у нас пушки пошли. Так, арбалеты, окей. Здесь прямо вообще пуха нормальная такая. Ну, я так полагаю, скорее всего, она будет ставиться на башню. Хотя на загрузках, на картинках нарисован наш главный персонаж с роторным пулеметом. Как бы вот так вот, как Шварценеггер прямо ходит. Ну, я думаю, до этого еще пукать и пукать. Ладно, пока мы приземлились, пойдемте прогуляемся и посмотрим, что у нас там есть из интересного. Нам, по идее, сейчас надо все подряд будет. И камни,
И древесина. Так, стоп, у нас там что-то в карманах осталось? А, ну там ни о чем. Фигня всякая. Да, значит, нам и камни, и древесина, и все подряд. Этого вынесли. Там здоровячок стоит. Вот здоровячка, да. Слегка так назад отступаем. Бац-бац-бац-бац, ему в лицо, и все, он отъехал. А тут у нас, походу, вообще. Так, research complete, это классно. Это хорошо. Рецепты флакса появились. Стоп. Не понял, в смысле рецепты флакса? Здесь нету апгрейда, ресурсы. А, 12-54. А, с помощью этой херовины мы можем производить теперь его. Слушай, ну это неплохо. А давай проверим, а давай посмотрим. Раз, два, по 12 штук. За счет вот этой непонятной deep dust, то есть грязи какой-то, да? Плюс 120, а она у нас остается в карманах, интересно, или нет? А, она сразу опадает в инвентарь, все, я понял. Это хорошо, прямо когда на вышел крайняк, взял этих монстров, переработал. О, кстати, камушки. И получил то, что ты захотел. Значит, этих сейчас быстренько раскидываем. Одного, второго, третьего. И забираем это производство себе тут. Ну, источник, в смысле. Готово. А этому прямо навстречу идем. О, здесь и древесина рядом, ты посмотри. Прямо райский уголок какой-то мы нашли. Так, по поводу флакса, кстати, да. Я думаю, надо, знаете, как нам еще сделать. Будем сразу его тратить на топливо и поддерживать баланс в районе, наверное, хотя бы 40, да? Потому что никогда не знает, куда нас забросят. И когда у нас будут ресурсы на передвижение. В любой момент они нам могут пригодиться, поэтому... Да ни хрена ж себе, я сказал себе. Вот это точно мой рай. Вот это прямо мое идеальное место. Я хочу, чтобы эта полоса из деревьев просто никогда не заканчивалась. Ну, естественно, это быть такого не может, но все же. Один-единственный букаш какая-то вылезла на сопротивление, ты посмотри. А, ну да, я понял. Он, может быть, и вылез, но другие решили заныкаться и просто переждать момента. Что там у нас бежит? Еще одно тело. Убили. Туда же до кучи. Еще парочка вылезла. Отъехал. И спокойно просто берем и добиваем абсолютно все, что у нас тут осталось. Ну что, удивите меня чем-нибудь еще тут интересненьким. Или... Давайте, наверное, я пойду лучше на базу. Сейчас это все выгружу, заодно захилюсь и сделаем себе еще ремкомплектов. А то что-то уже совсем уж на нуле, не хочется играть. А единственное, что, наверное, также есть смысл поставить что-то еще на изучение. Мы хотели... Давайте попробуем, наверное, сюда пойдем туда, да, сейчас потихонечку. И это все мы выгружаем. Эти туда. Древесин-то, кстати, достаточно большое количество. Кстати, а может быть нам поставить сюда еще пару домиков? Либо же мы можем взять... А, понятно. Нам потребуется 25 синей древесины. Мы теоретически, знаете, как можем поступить? Да и не то, что теоретически, а практически даже. Нам как раз-таки хватает земли. Мы можем вот эту дорожку сейчас здесь удалить. Аналогично, да? Взять, еще поставить два дома. Допустим, они у нас будут находиться где-нибудь вот здесь. Правильно? Первый. И вот здесь. Блин, не с этой стороны. Не так точнее поставил. А вот здесь у нас будет находиться второй. Вот. Также сюда продлеваем рельсы. Вот так вот. И здесь вот так вот аналогично. А сюда уже можно спокойно вытащить дорожку. И без всяких там проблем. Пускай гуляют, пускай веселятся по своим домам. У нас уже изначально уже до 17 он бустанулся. Плюс у нас сейчас изучились древесины. Точнее древесина. Но вот по поводу синей древесины надо посмотреть, где она и как делается. Но здесь походу ее точно нет. Так, как же она делается? Интересно. Интересно, она у нас изучена? 0%, да, изучена. Хотя стоп. Ресерч готов, да. Только вот с производством надо будет разобраться. Так, здесь у нас что? Здесь у нас это все идет еще. Аналогично производится. Апгрейд, что дает? Скорость производства. Кстати, слушайте, а вот здесь скорость производства мы можем поднять? Допустим, можем. Скорость производства и добавляем. Чтобы это все у нас было быстрее. И тогда мы можем также бустануть еще и вот эти точки, да? По 120 флакса, кстати. Раз. Аналогично. Два. А все остальное мы, наверное, сделаем уже с помощью вот этих наших непонятных хреновин.
до 144. Так это будет намного быстрее. Посмотри, еда прямо пошла, прям полетела. И, наверное, знаете, чего не хватает нам теперь? Да, нам надо будет поставить еще один источник производства еды. Ой, у нас тут сложная атака. Ну ладно, хрен ты с ней, я думаю, мы с ней, конечно, по-любому разберемся. А, кстати, она даже сюда к нам идет. А что у нас там по защите? По защите, по защите. Так, апгрейд не то, модули, господи, не здесь смотрю. А, так, нам не сюда, нам вот сюда. Давайте мы, наверное, башню еще одну долбанем куда-нибудь. Вот в этом местечке. Почему бы и нет, да? Вот сюда даже мы поставим притык. И одну еще поставим башню. Так, вот сейчас здесь забор. Вот сюда ее, да? Ну да, что-то типа такого. Дальше забором закрываем вот эту всю часть. Вот так. Кстати, вся бы башня бы еще одна влезла. Она прямо идеально бы влезла. Ну да. Давай добавим ее. А вот здесь теперь спокойно можно будет это все дело закрыть. Здесь не состыковано, но я думаю, они по-любому здесь уже не пройдут. С какой стороны? Ага, здесь пошли, да? Этот откис у нас. И еще где-то один, еще где-то один. Так, no research. А в смысле no research? Давай тогда изучай воркшоп. Скорее... Ага, стоп. Скорее всего, в воркшопе у нас будет производиться, да? Да. Да, скорее всего, там будет у нас. Сюда ходи. Готовченко. Все, всех раскидали. Ладно, я думаю, тогда, ребятки, на этом моменте тогда я с вами и попрощаюсь. Достаточно плотненько такая у нас идет серия. Если нравится, не забывайте втыкать ролику лайк. И мы с вами уже увидимся на новых видосах и новых дальнейших прохождениях по этой, как мне кажется, замечательной игре. Все, всех поднял, обнял. И до новых встреч, всем пока.